Маркус – счастливый победитель игрового шоу. Он может выбрать один из трех призов – новенький Мерседес, дорогой ноутбук или дизайнерский кошелек. Как вы думаете, что лучше выбрать? Оставьте свой комментарий ниже. Посмотрите на этот Мерседес. Логотип нарисован криво, машина наверняка поддельная. То же самое касается бумажника, логотип должен быть написан по-другому. Вот как выглядит настоящий. А вот с ноутбуком, похоже, все в порядке, логотип правильный. Так что Маркусу, вероятно, стоит остановить свой выбор на этом устройстве. Дождливым вечером Меган вернулась домой и обнаружила, что кто-то съел ее шоколадку. Она спросила сестер, не сделала ли это одна из них. Мария ответила, что занималась в своей комнате и не выходила оттуда весь день. Амелия сказала, что никогда бы не стала есть чужой шоколад. А Эмма ответила, что была на улице, поливала растения в саду. Она сама только что вернулась домой. Помогите Меган выяснить правду и поделитесь своими идеями в комментариях. Это должно быть Эмма. Почему ей нужно поливать растения на улице, если идет дождь? Кайла остановилась в отеле в Париже. Однажды кто-то вломился в ее номер и забрал все дорогие вещи. У полиции было трое подозреваемых. Алан рассказал, что пытался налить себе кофе внизу, но с его больной рукой это было очень сложно. Мари сказала полиции, что была на ресепшене, пытаясь решить какие-то проблемы с душем. А Брюс сказал, что спал. Помогите детективам выяснить, кто виноват, и оставьте им сообщение в комментариях. В комнате Кайлы был Алан. Посмотрите на его гипс. Он носит его поверх свитера. Он должно быть не настоящий. Детектив Мортон получил от клиента свадебные фотографии двух молодоженов. Он знает, что обе пары поженились на одном и том же пляже на Мальдивах. Он славится своими красивыми закатами. Но одна из этих пар действительно очень богата, а другая разорена. По какой-то непостижимой причине клиент детектива хочет узнать, у кого из пары есть деньги. Если вы догадаетесь об этом быстрее Мортона и напишите свой ответ в комментариях, детективу, скорее всего, придется отдать вам свой значок. Пара справа одета в очень простые свадебные костюмы, но она действительно празднует свою свадьбу на пляже. Но если вы присмотритесь к паре слева, то вскоре поймете, что освещение шикарных нарядов и лиц не соответствует фону. Кроме того, по краям снимка можно заметить несколько фрагментов зеленого экрана. Их фотография не настоящая. В реальной жизни они не могут позволить себе поехать на Мальдивы. Они на мели. Марк оказался посреди леса, перед ним было три тропинки. Первая была усыпана горячими углями. Вторая настолько холодная, что земля под ногами ощущалась как лед Антарктиды. А третья тропинка была усыпана острыми гвоздями, способными проткнуть любую обувь. Расскажите Марку в комментариях, какой путь он должен выбрать. Парню следует выбрать ледяную тропу. Она скоро обязательно растает, потому что находится слишком близко к горячим углям. Адам ехал домой поздно вечером, когда заметил, что у него почти закончился бензин. Он остановился на заправке и решил заодно купить что-нибудь перекусить. Внутри находились кассир и еще один покупатель, одетый в черное. Когда Адам подошел расплатиться, работница сказала ему $5.05. Адам расплатился, вышел на улицу и позвонил в полицию, чтобы сообщить о чрезвычайном происшествии. Если у вас есть предположение, почему он так поступил, пишите в комментариях ниже. Вы, вероятно, заметили, что на кассовом аппарате отображались $18.35, но кассирша назвала другое число, что выглядит как сос. Детектив Браун спешил в дорогой ресторан. Там кто-то украл золотую ложку. Если детектив не найдет настоящего преступника, у официанта будут большие проблемы. К счастью, в ресторане было еще много людей, и детектив Браун допросил главных подозреваемых.
Группа друзей сказала, что они празднуют день рождения. Они бы не стали портить себе праздник таким образом. Веселый мужчина сказал, что просто гулял в этом районе и решил заглянуть в это место. А парень с несчастным видом ответил, что от него ушла жена, и он пришел в ресторан, чтобы отвлечься от проблем. Вы должны помочь детективу найти преступника. Когда найдете, напишите свой ответ в комментариях быстрее других. Второй мужчина солгал. Он заявил, что пришел в этот ресторан впервые. Но посмотрите, на нем кепка с логотипом этого ресторана. Попался! Машина Адама сломалась прямо посреди заброшенной лесной дороги. Но хуже всего было то, что сейчас зима, огромные сугробы и ледяной ветер. Адаму нужно добраться до ближайшего города. И побыстрее. Если он пойдет по первому пути, ему придется столкнуться с голодными волками. Вторая дорога проходит через территорию с медведями. А если он пойдет по третьему пути, то ему придется пересечь реку, покрытую тонким льдом. Вам нужно как можно быстрее помочь парню и рассказать, какую дорогу ему выбрать. В комментариях. Адаму следует пройти через территорию с медведями. Обычно эти животные зимой спят. Лиза была дочерью миллионера. Ей надоело, что отец пытается контролировать ее жизнь. После того, как однажды он сказал ей, что нашел для нее жениха, она решила сбежать из дома. Девушка знала, что отец пришлет своих людей, чтобы вернуть ее. Поэтому она никогда не останавливалась в одной гостинице больше, чем на одну ночь. Однажды она оказалась в небольшом городке. Уже стемнело, и ей ничего не оставалось, как остановиться в первой попавшейся гостинице. Портье сказал, что номер ее комнаты 901, и предложил показать, где она находится. Лиза тут же схватила сумку, выбежала из отеля, прыгнула в машину и помчалась прочь. Если вы сможете написать в комментариях причину такой странной реакции, то заслужите звание настоящего детектива. Первая цифра в номере номера гостиницы обычно означает этаж, на котором он находится. Номер 901 должен быть на 9 этаже. Но посмотрите на гостиницу, у нее всего 3 этажа. Молодой модельер Бруно готовился к своему первому показу. Он немного волновался, поэтому решил пройтись, чтобы успокоить нервы. Но когда пришло время представлять коллекцию, его никто не мог найти. Через час охранник увидел его в ванной комнате, лежащим на полу. Кто-то ударил его по голове. У полиции было 3 подозреваемых. Майя, одна из моделей, рассказала, что у нее возникли проблемы с платьем, и она даже не успела выйти из примерочной. Кэтрин, одна из гостей, заявила, что является большой поклонницей Бруно и носит его одежду уже много лет. Очевидно, она не стала бы причинять ему вред. Сэм, ассистент дизайнера, рассказал, что поспешил в ближайшую кофейню, чтобы принести Бруно американо и успокоить его. Кто виновник? Поделитесь своими идеями в комментариях. Это была Кэтрин. В тот день был первый показ Бруно. Тогда как она могла носить его одежду на протяжении многих лет? У Ричарда была коллекция прекрасных картин. Однажды, когда он был в отъезде, его любимую картину украли. Полиция заподозрила одного из соседей Ричарда. Николь сказала, что ее не было в городе. Она вернулась домой всего час назад и так устала после долгой дороги, что сразу же легла спать. Деннис рассказал, что готовился покрасить свой дом. Но поскольку дождь, похоже, не собирает прекращаться в ближайшее время, он вместо этого отправился в кино. Джулия ответила, что ее сестра плохо себя чувствует, поэтому Джулия была занята присмотром за своим маленьким племянником. Итак, скажите нам правду, кто виноват? Это была Николь. Весь день шел дождь. Если бы она вернулась домой всего лишь час назад, дорога под ее машиной была бы мокрой.